лично для меня, как она это дерьмо призывает, почему их дохуя и, блядь, что это за дерьмо вообще? Понятие. Это вообще пиздец. Сейчас опять будем бить, портится просто на ярус. Да, мы Вальку будем убивать. А то сейчас на лече ебанемся, блядь, а потом еще будем бежать и агрить ее. За там все отошли, походу. Мы тоже стоят. Это, наверное, той другой мобы, которая уже мертва. Костыль. Блять. Шаман. Давай мобов сначала убьем. Шаман, ну хуй знает. Успеет. Давай. Ну, пошли. Диван пойдет 20 секунд. Диман. Шаман тут, он просто дает шевелиться. Давайте валим. Давайте Вальку сильнее, давайте жажду смерти, крылья там нормальные. Давайте обнем ее, синее говно. Щиток какой-то вешается. На 30% останется. Ну, не отхиливайте, диспельте, шаман, приз. 5%, 4, все. Здесь за уешки она щиток кидает. Мобы, кстати, этих тоже на себя щит кидают. Вон, на некоторых он уже даже есть. Типа это говорят, ну говорят, из-за уе била. То есть их тоже, типа, желательно точно заливать. Но видишь, они зачастую не успевают даже его на себя кинуть. Не знаю, блядь, как на офи было, но, блядь, по-любому так не было. Шаман, ты меня пугаешь. Забафите, пожалуйста, полобав. Я же веселуха, меня волной больше хит. Шаман. Дайте крестик отправиться. Герус полный. Да, дадим спула. Лола ассист. Ты будешь водить РТД. Не очень идея хорошая. Ну ты не диспелли. Или кто диспелли? Или приз. Выбор невелик. У нас диспелли. Подожди, Соло же в ШПшке. Ну, Риги, значит, да. Конечно. Я могу подиспалить. Проблемы нет. Ну да. Ну, смотрите, порешайте. Да ладно, я сам подиспалить, что ты. Смотрите. Кто умеет диспелиться, диспелиться сам. Тут все просто, блять. Валька всего лишь одна. Стан дает по очереди. Сначала прокупал. Здесь комната есть? Есть. Потом ретри. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Мы не летаем. Чему в нос? Все забили. Дайте встаньте в одну точку. Лапы нет. Великий далеко. Великий далеко. Это тоже чуть-чуть легенда. Что ты делаешь? Легенда. Я не увидел просто эхо. На будущее выносится шар.
вот где могут взять, видишь, холодильник там. Ну да, да. Не теряйся, получится. Я вот именно Шаркуна не увидел. Не надо его видеть, протопало видеть. Чума секунду. Протопало. Выношу, диспельте, диспельте. На вара перекину. Вар там, ну что ты делаешь? Ёбаный вар. РДД. РДД прошли, миники не бежит. Рядом с лечом ловушка. Специально добиваем. Надеюсь, чума там остается. Шаркающий третий вышел, забери его, вон он в рейде. Шаркающий поклонского. На поклонского капку легенд. И вы разлетитесь на ледяные осколки. Нормально прикидывать или перемотить? Ну, он меня не забили. Эй, много урона, Люки, много урона. Есть, я чума. Сверху. Сверху, заметь, то что... Бежал. Вниз. Они тебя не слушают, вообще не стоят. Стану, Вальки. Вот отлично. Вальки сильно. Сильно. Половина убили, сейчас на РНЖ стоим, будет убить. Беги! Заспал, пошли в центр. Сейчас давай. Шаман, кто там? Улететь в другую сторону. Молодец, нахуй. Это спина у тебя, блядь. Бейте все, Валь. Стан дай. Вот так вот гири улетают. Убить всех.
Смотрите, совы улетают, смотри. Стан дали. Кто-то пал. Стан дали сильно бьем. Фредрик дай стан. После массовый дай, не чудес. Бейте вальку сильно. И на край дат еще сейчас вот. Плеча бьем. Не добьем. Плеча сильно бьем, 3%. Сильно. Духов очень сильно бьем. Комнаты за звездой Пафонской, если духи летят в рейд, ловишь, ШП, сова, бьем духов, звезду пошли, звезду. Вы пришли, чтобы вершить суд над нами. Собрались, ходим за звездой, вперед не бежим, сзади не стоим. Ровно звезду, впереди бомба копы, идем, лопы, лопы, пошли. Духов бьем, не вижу, блядь, половина за хил, этим, это там? Духов бьем, за вот почему я за углом, а вы нет. Давайте, блядь, везде двигайте. Или что у вас там? Духа 2 единки, не 20. 3 духа. Еще пошли его. Дух хлопает. ШП, сова, маг, хант, бейте, ебаных духов. Сейчас в дух наиграем много. Все, хлоп поставил, да, духом своим. Уходим уже глубже. Так, лужа приготовилась. Лужа смотрит. Соло отошел. Отошли, целой тут. Мать его, после. После комнаты сейчас не дам. Вообще пушки вижу. Там их не так много понадобится. Сейчас комната, когда выйдем в портал. Ледяная скорбь жаждет крови. Так, и так добьем. Звездочку собираемся. Вы пришли, чтобы вершить суд на Артас, чтобы уничтожить короля Лича. Просто где вы стоите, там бомбы будут появляться, и если мы будем бежать по этому месту, вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Поэтому так и будет. Иначе, как и я, будете навек пробущены этим проклятым клинком. Тут и бомб, и духов меньше, так что все проще. Мак, танк, и эти духи. Макаться у вас должны быть. Не надейтесь, что... Вот 10 герб пишет, они берут. Пошли. Стоим 2 секунды и прошли. Все, выпьется. Портал, это портал. Портал ушли. Теперь трон сразу, да. Помогает. Да. Не сейчас. Уже приготовились.
вы уже должны были выбрать. Там... Беги, малышка, там беги! Сейчас он выйдет. Выйдем из портала. Люки утро. Звездочку собираемся. В ДК меня видим. Чтобы вершить суд. Вот. Чтобы уничтожить короля сейчас. Люки сильнее. Чумой надо бить, чтобы тут так много короля. 6000 КП там, танк стреляет. Будете навек пробущены этим проклятым. Стали, стоим 2 секунды. Все, заебись. Далеко бежим, сильно побежали, бомбы хлопают через 3 секунды. Стоим 2 секунды. Немножко. И все. Порталы, порталы, порталы. Выйдем к порталу и добьем процент. Вы пришли, чтобы вершить суд Анакс, чтобы уничтожить короля Лича? Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек пробущены этим проклятым клинком. Все, выходцы. Порталы добиваем.